Мы посетили 95% отелей этого региона за 24 года работы в туризме, и нам есть что вам рассказать. Друзья, только с дороги переоделась и сразу же к вам, чтобы рассказать о самых топовых отелях региона Белек. Если описать в нескольких словах регион Белек, то это красивые гольф-поля, это очень много сосен, это отели с огромными территориями, с песчаными пляжами, с пологим входом в море и высококлассными отелями. На пятое место мы смело поставили отель «Вояж Белек». Отель приятный, классный, относится к делюкс-отелям, принадлежит министру туризма Турции. Соответственно, вы можете быть спокойны, что за качеством сервиса, питания, обслуживания они следят. Реновация прошла несколько лет назад. У отеля большая зеленая территория. Мне там нравится еще и детская зона. В этом году на него периодически выходят спецпредложения, и мы рады его предложить большему количеству наших гостей. Если вы думали, что из России тяжело уехать в Европу и США, то это не так. Сейчас сроки рассмотрения шенген-визы – это 2 месяца практически. В ВНЖ Венгрии это всего лишь месяц. При этом твоего личного присутствия не нужно. Разрешение, можно так сказать, на путешествие в Европу на целый год. Важный момент, то, что мы работаем с очень сложными случаями. Если вдруг у вас были отказы, и при том даже не один раз, то мы беремся за эти случаи, и, как правило, все реализуется благополучно. В том числе мы помогаем с оформлением виз в США и доводим до благополучного получения виз даже тех гостей, кому отказали. Бронирование вилл, апартаментов. У нас 2 юридических лица, одно в России, другое в Казахстане. Пишите нам, если хотите, в Европу и США, а также подписывайтесь, здесь у нас про путешествия и вдохновение. Следующий отель нам кажется повыше, чем Вояж Белек. Называется он Gloria Serenity. Нам он нравится тем, что там очень спокойная, размеренная обстановка и при этом все очень достойно. В нем мы бываем практически каждый год и приятно наблюдать, как он улучшается из года в год. Допустим, в том году была сделана просто мощная реновация, номера просто не узнать. Очень добротное качественное питание, разнообразный шведский стол, а очень классный сервис. Именно в этом отеле у нас много гостей, которые прилетают в него из года в год, при этом просят сбронировать номера той же самой категории или тот же самый номер, в котором они уже отдыхали. Я про это хочу рассказать, потому что им нравится этот размеренный темп отеля, и они не хотят его менять ни на что другое. Именно в этом отеле наши менеджеры заранее для своих гостей бронируют кабаны, которые им нравятся, бронируют гольф-машины, на которых они хотят передвигаться. Несмотря на то, что мы его поставили на 4-е место, для многих гостей он только на 1-м месте. Релакс-отдых замечательно, но когда ты едешь с очень активными детьми и хочется самому тоже отдохнуть, тогда самым лучшим вариантом будет отель, который мы поставили на 3-е место, и называется он Ella Excellence. Рекомендуем его, потому что там просто потрясающая детская зона, самая лучшая на всем Средиземном побережье. В том году у нас так получилось отдохнуть в этом отеле 2 раза. В этом году мы в мае тоже обязательно в него приехали всей семьей и тоже были полностью удовлетворены. Нам там нравится то, что можно отвезти Оливию в детский клуб. Детский клуб работает до полуночи. Там очень насыщенная и интересная детская программа. Детский клуб абсолютно новый. Мне было настолько приятно видеть, как сотрудники детского клуба брали деток с собой на обед. И это было очень интересно со стороны наблюдать, как маленькие гости сидят вместе со взрослыми нянечками, воспитателями и вместе за одним столом просто общаются и вкусно кушают. А в этот момент мы с Ренатом можем пойти в зону только для взрослых. Допустим, для дневного обеда рекомендуем от души ресторан «Галата», который расположился рядом с морем. Там греческий изумительный вайб, диджей каждый день играет сеты, такая вот индивидуальная подача и очень приподнятое настроение вам обеспечено. У отеля очень красивая зеленая территория, там есть еще бассейн только для взрослых. И в ресторане на шведском столе тоже есть зона только для взрослых. Поэтому в этом отеле будет классно как гостям с детьми, так и просто взрослым. А тем гостям, кто предпочитает более активный отдых, мы рекомендуем отель, который находится у нас на 2-м месте. Он знаменит своими огромными гольф-полями и называется Калинан. Отель свежий, отель новый. Ему всего лишь 2 года, и по меркам остальных отелей он вообще
вообще молоденький. Такой, знаете, какой-то динамичный, потому что тоже в определенное время приезжают диджеи для того, чтобы поиграть для вас специально эти сеты. И, конечно, красота гольф-полей и всей территории отеля как-то располагает тебя к замечательному отдыху. Первое место мы поставили отелю, которым тоже владеет министр туризма Турции, потому что там все классно, пафосно, все, мне кажется, селебрити стараются выбрать для своего отдыха именно его отель. И представляете, несмотря на его такую баснословную цену, в самый сезон там никогда не бывает мест. Там просто роскошно все, вот прям все, начиная от номеров, от выбора на шведском столе. Такого выбора шведского стола мало в каких отелях мира найдешь. И вот там все достойно, классно, замечательно. Тоже при этом размеренно, очень хороший сервис, очень хорошая такая какая-то атмосфера всего отельного комплекса. Давят на тебя люди там? Нет, нормально, территория большая. А шведский стол, может, чем-нибудь выделяется, я не знаю? Тем, что очень много морепродуктов. А вот такие вот большие чаны, икры, черный, красный.